Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Военков, и в этом сюжете мы поговорим не о отделке интерьеров, мы поговорим о экстерьерах, о отделке ваших фасадов. Дизайн фасадов – такая же сложная задача, как и дизайн интерьеров. Здесь тоже нужно уделить внимание каждой мелочи. Чаще всего для отделки фасада используется декоративная фасадная штукатурка, с помощью которой мы можем создавать разнообразные, интересные пластичные эффекты. О особенностях этой штукатурки нам расскажут профессионалы. Все фасадные декоративные штукатурки делятся на две большие группы. Это минеральные составы, сухие строительные смеси и готовые к применению материалы, которые бывают на водно-дисперсионной, силиконовой, силикатной основе. А минеральный состав представляет собой сухую строительную смесь, то есть это мешок 25 кг, который затворяется водой и наносится на фасад здания. Это самый бюджетный распространенный вариант отделки фасадов зданий, которые требуют обязательной окраски в два слоя фасадной краски. Самым качественным видом готовых к применению штукатурок являются силиконовые. Силиконовые материалы обладают прекрасной адгезией к основанию, высокой паропроницаемостью и водоотталкивающими свойствами, что влияет на долговечность вашего фасада. Обратите внимание на этот замечательный материал. Это декоративная штукатурка на основе мраморной крошки. Именно ее лучше всего использовать для отделки цоколей или заборов. Весь секрет в том, что благодаря своим связующим элементам она более устойчива к механическим воздействиям. Помимо декоративной штукатурки, для отделки фасадов используются штучные материалы, такие как, например, гибкий камень, клинкерный кирпич, дерево и другие интересные решения. Безусловно, отделать таким материалом весь фасад, наверное, будет слишком безвкусно. Поэтому лучше всего сочетать разные интересные решения, например, декоративную штукатурку и вставки или из дерева, или, например, из этого замечательного гибкого камня. О интересных дизайнерских решениях отделки фасада мы расскажем в следующем сюжете.